В Омске продолжают бороться со стойким запахом химикатов. Горожане обратились за помощью к магии. Омский шаман по имени Елена в четверг провела обряд в городской роще. Женщина пыталась вызвать ветер, который бы рассеял последствия выброса. Заодно Мичка попросила здоровья для всех горожан. В качестве жертвоприношений духом использовались конфеты. И судя по видео, которое опубликовал сайт «Супер Омск», молоко. Но на этом шаман Елена не остановилась. Она связалась со своим учителем из Улан-Удэ и попросила объединить всех его учеников, чтобы они помолились за Омск. Он обещал посодействовать. Кстати, по официальным данным, ни 23, ни 24 марта ни один омич не пожаловался в МЧС на запах химикатов.